как надо ездить в машине без печки, нахуй. Потом музыка хорошая есть. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga. Слушай, прибей, пожалуйста, эту грёбаную полку на два гвоздя. Да нормально будет держаться на одном гвозде. Чё ты начинаешь? Она не будет держаться на одном гвозде. Прибей на два гвоздя. Нормально, я тебе говорю, будет на один гвоздь. Зачем эти два гвоздя? Ну, если там два крючочка и две дырки, значит, надо прибить на два гвоздя? Не надо на два, я говорю, на одном будет держаться. Нет, если там две дырки, значит, надо использовать две дырки. Ладно, перед сном сегодня я тебе об этом напомню. По словам автора видео, ничего необычного в этом явлении нет. Виной всему некачественный уголь, который использует местная котельная. Черный снег сельчане наблюдали раньше. В прошлом году был перерыв. Топливо поставлялось с другого месторождения. Губернатор региона Владимир Печеный потребовал разобраться с ситуацией и обеспечить поставку качественного угля во все городские округа. Ну как вы? Я всего лишь купил шаурму. Где? В Саратове. На вокзале. Логан? Логан! Логан, проснись! Я пукаю не только попой, но и влагалищем. Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. Поехал. Счастливо. Вот полицейский забыл нас наручник поставить. Слышно, конечно. Эй-эй-эй, парень, а ты резиночку не забыл? Точно. Сейчас. Так лучше? Ты чё, а? Ты чё? Ты что, мозг? Ты дебил? Чё дебил-то? Резиночка. Ты чё на себя натянул? Резинку? Ты вообще идиот, а? Да всё, я вышел. Понял, ладно. Снимай. Окей. Таганрог, зимняя рыбалка. Целое ведро поймали, да? Пап, какие же мы молодцы. Молодцы. Забирай ведро. Утром, как
Когда я просыпаюсь, мой желудок обычно еще спит. Поэтому на завтрак я наливаю себе чай и ем что-нибудь сладенькое. Днем я либо чем-то сильно занята, либо мне просто лень пойти и что-нибудь себе приготовить. Поэтому мой обед получается настолько поздний, что вечером, когда нормальные люди обычно ужинают, я есть еще не хочу. И именно поэтому я жру по ночам. Сейчас мы разоблачим маленького сына. А папа все видит! Папа все видит! Папа спалил тебя! Папа спалил! Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Что ты так делаешь-то? Блять, сейчас я отгоню машину. Да не надо гонять, куда ты? А, вызовем? Конечно, вызывает, все. О, Андрей, я купил себе новый телефон, как тебе? А, если я скажу правду, ты не расстроишься? Нет, конечно. Я сплю с твоей сестрой. Все, Марк, пошли. А ты кто такой? Я Юсов. Да не ты, он. Кто? Вот этот. Черт, да о ком ты говоришь? Здесь никого нет. Нет, нет. Я тебе сейчас секу. Да у меня все потихоньку, ну знаешь. Ты чё, мужик? Ты чё делаешь? Смотри, чтобы он до тебя не добрался! И я со своей девчонкой... Девчонкой? Только у меня её нет. Тронешь, убью нахер.
Ребята, подписывайтесь на наш канал, свежие выпуски выходят 4 раза в неделю. А также не забывайте поставить лайк и показать это видео друзьям. На сегодня это все, до скорых встреч, пока! Yeah!